Итак, небольшая демонстрация системы, которая уже практически готова. Значит, что мы имеем? Наш шаговый мотор, который у нас открывать будет, наш кран. Добавили мы сюда датчик температуры, так как шаговые моторы при длительной работе перегреваются. У них есть тоже свой порог температур, поэтому эту температуру мы будем фиксировать. Иначе в определенный момент он либо не откроется, либо не закроется. Значит, добавили мы в нашу систему уже стабилизатор 5-вольтовый, потому что все датчики тока, вот здесь датчик тока, здесь у нас датчик температуры, получается, они очень как бы к питанию требовательны, стабилизированному, поэтому поставили стабилизатор. Значит, основной экран у нас показывает работу крана. Дополнительный экран, он нам нужен в основном для отладки, поэтому в дальнейшей системе мы его уберем. Но вот здесь он нам показывает температуру и уровень тока, который потребляет наш мотор. Дальше у нас здесь система индикации направления открытия-закрытия и начального либо конечного положения. Также в дальнейшем сюда пойдет пин сигнализации. Добавили мы кнопки помимо открытия-закрытия, полное открытие и полное закрытие. Это кнопка возврата в начальное либо конечное положение, когда наш кран вручную будет открыт или закрыт. Также добавили бипер сигнализации, он у нас будет сигнализировать, когда ток на моторе будет превышен, и будет отключать реле, которое, соответственно, уже управляет вот этим драйвером мотора. То есть в определенный момент, если мотор уперся в какое-то препятствие, у нас появилась сигнализация, сказала, что он уперся, и сразу же моментально реле отключило драйвер. Если вдруг по каким-то причинам нужно мотор отключить вручную, то есть он работает, заклинил или еще что-то, мы также предусматриваем выключатель. То есть сигналы на работу мотора будут отключены. То есть они изначально отключаются либо реле, либо компьютерным управлением. И если надо, еще третье есть ручное. Это очень важно. Ну, в принципе, основная система вот такая. Сейчас на данном этапе у нас датчик тока имеет показания определенные. Я не выставил ему условия, чтобы он мотор останавливал, потому что нам все равно это придется делать на большом моторе. Это раз. Во-вторых, у него есть такая особенность, которая он подвержен помехам. То есть любые помехи со стороны магнитов, со стороны каких-то железных радиаторов на него очень сильно влияют. То есть если его вытащить отсюда, поставить вот сюда, то у него будут совершенно разные показания. То, что вот он у меня отдельно висел в воздухе, работал нормально, я его установил, и вообще показания стали отрицательными. Поэтому в данном коде я его пока не буду демонстрировать. Вот. Ну, сейчас небольшая демонстрация того, что есть. Включилась наша система. Показала, что версия крана. И изначально мы кран закрываем. Так, сейчас, секундочку. Итак, еще раз включение. При включении добавлена функция возврата в нулевое положение, то есть закрытие крана. Вот он закрывается, ждем 5 секунд. Затем информационное табло нам выдаст, что кран у нас готов к работе. Кран закрыт, готов к работе. Дальше можем приступать к работе с нашего пульта. Еще раз. Открытие. Соответственно, вот он пишет нам плюс 10%, 20%, 30%. Поехали вверх, например, 20, 10. Сейчас немножечко поклоцаем. Вот, все в порядке. Теперь, допустим, полное открытие. Нажимаем. Полностью открыт. То же самое закрытие. Также у нас все это сигнализирует здесь индикаторы. В одну сторону, в другую. Полное открытие. Полное закрытие. Вот. Вот касательно датчика тока. То есть у него в различных положениях идут разные показания. Ну, в принципе, на сегодня это все.